Всем привет! Сегодня Kia Sorento чиним. Вот такая у нее небольшая неисправная заслонки. Ну тут помыли, короче, датчик холостого хода, моторчик. Вот у нее заслонка ходит влево-вправо. Вот, если вправо ее до конца сделать, то она нормально открывается, закрывается, правильно? Если ее сюда дернуть, так как ее немножко пружина оттягивает, то она начинает скрипеть и подкусывать. Вот, мы сейчас попробуем. Сняли датчик положения заслонки. Вот, здесь у нас вот такая шайбочка стоит. Это его родная. Мы сейчас попробуем вот такую из бутылки пластиковую вырезал, которая вместо неребристая была, круглую шайбочку. Тонкая-тонкая она. И попробуем ее подставить, подложить. Что получится, посмотрим. Вот. В общем, шайбу подложить не получилось. Заслонку начинает клинить при затяжке. Вот, но получилось вот эту шайбу штатную перевернуть кверх ногами. Она имеет такой полукруглый профиль, и она как бы подпружинивает эту ось заслонки в эту сторону. Ну, я в каталоге посмотрел, отдельно нет шайбы такой. Если что-то подобрать, можно будет заменить. Вот, сейчас заслонка отлично работает. Даже если я сильно сюда потянуть, она не задевает. Вот, ну, прочистили клапан холостого хода. Вот моторчик, он здесь стоит. Вот, теперь снимаем генератор для обслуживания. Там щетки посмотреть туда-сюда, потому что пару раз загорался аккумулятор. Вот, ну, напряжение я померил, 13,8 он дает. Значит, чтобы его снять, надо вот отсюда болт выкрутить на 12. Так, вот нижний видно. Вот он видно, да, на 14. Вот, но здесь что, вот эта ось, она вынимается, но она упирается вон в тот болт крепления опоры двигателя. Там вот видно, я уже начал откручивать на 14. Вот его надо открутить, чтобы сейчас попробую впихнуть ось сюда эту. Вот она упирается в болт, чтобы ее полностью вытащить. Ну и, соответственно, вот этот откручиваем плюс, предварительно клемму с аккумулятора сняв. И вот тот разъем обмотки возбуждения снимаем с генератора. Вот такая вот. И чтобы все это, конечно, проделать удобнее было, снимаем корпус фильтра полностью. Ну, об установке я не знаю, стоит ли снимать. Видео все в обратном порядке делается. Вот. Ну, попробую снять после, значит, промывки заслонки, обслуживания, что как у нас, что изменилось. Ну, пока на этом все. Всем удачи на дорогах. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять интересное для вас видео. Группа ВКонтакте также есть по продаже БУ запчастей на Audi.